Всем привет, друзья, с вами Пип, и мы продолжаем с вами играть в Играунд. Так, какие у нас задания есть? Давайте посмотрим, что нам нужно. Проложить рельсы, загон для свиней. Так, хрюшек мне надо поймать. Вы мне сказали, что нужно поставить сетку, да? Так, давайте глянем в инвентаре, есть ли у меня сетка вообще. Сеть. Так, разместить. Где у нас кабанчики пасутся? Давайте сбегаем туда, где пасутся кабанчики. И поставим пару сетей. Так, надо, главное, на них не нарваться раньше времени. А, наверное, я вот тут одну сетку поставлю. Стопудово тут будет кабанчик. А, почему? У меня только одна сеть-то. Эй, мне надо еще сетку одну купить. Быстренько тогда бежим в магазин и сделаем себе сеточку. Ой, вот и кабанчик, блин. Ну ладно, хрен с ним. Пришлось убить кабанчика так. Ничего не поделаешь, кабанчики прям что-то начали пастись у нас вообще в деревне. Так, где наш любимый рынок? Эй, лучник там стреляет. Так, что вы мне можете предложить? Тут ничего. Тут что вы мне можете предложить? Тоже ничего. И, скорее всего, вот тут у нас. Так, купить. Нет, ягоды, хлеб это не то. Смотрим, где у нас сетки. Чё, сеток нету, что ли? А почему нету сеток-то? А, у меня денег не хватает, охренеть. Какого хрена у меня не хватает денежек? Это плохо, что у меня не хватает денежек. А, так, а как их заработать? Что-то я даже и не знаю. Давайте копать. Ладно, сейчас немножечко прокопаем. Я не знаю, как нам деньги-то зарабатывать на самом... А, но мы же можем всякую хрень-то продать. Чё я туплю-то? У нас же куча всего есть. Нам нужно всего 30 монеток, да? Значит, мы сейчас просто бежим на рынок и что-нибудь продадим. Так, привет. Так, скоро новое поступление. Это все круто. Так, из оружия мы ничего из инвентаря продавать не будем. А вот ягод я могу продать... вот так вот, 9. Все, у меня 30-ка есть. А теперь дайте мне, пожалуйста, где там эта сеточка? Да что ж так неудобно на геймпаде это управлять? Так, ловушка. Так, не понял. 40 у нас? Почему 40-то? Подождите, 30 же было. Или мне показалось? Ладно, давайте еще ягод продадим. Хрен с ним. Вот так вот. Что-то мне показалось, что сеточка-то дешевле была за 30-ку. Так, нет, не ловушка, сеть. Все, сеть мы взяли. И где бы нам ее разместить? Там, где у нас кабанчики тусуются? Они, в принципе, везде у нас тусуются. А, давайте, о. И как раз, да ё-моё, поставим вот тут нашу сеточку. Сейчас мы кабанчика... И заманим в нее. Кабанчик, кабанчик, кабанчик. Ай, блин, иди сюда. Иди сюда, кабанчик. Иди сюда. Смотрите, не подходит. Бьет меня, гад, но не подходит. Так, и стрелы у меня закончились. Зашибись. Ладно, придется этих кабанов замочить. Эй, кабан побежал. Смотрите, я его гоню. А, вот так вот, да? Давай, давай. Беги, беги за мной, беги. А у меня тут сеточка стоит. А где моя сетка? Стопы. Или я поймал одну хрюшку? Так, не понял. А где моя сеть? Чё за нахрен? Я что-то не понял прикола. А куда делась моя сетка? Опа. Кабан, иди сюда. Слушайте, что-то странное происходит. Пойду-ка я еще одну сеть куплю. Я вот этого прикола не понял. Я поставил сеть, и она пропала. Ну ладно, продадим ягоды. Давайте все продадим. 105 монет. И купим две сетки. Или одну. Или капкан. Блин, я даже не знаю, что лучше-то взять. А, ловушку. Ловушка, чего это? Урон, вес, захват. Вот, нет, нам все-таки сетки нужны. Две сетки покупаем. И идем ставить. Блин.
Что-то как-то грустненько получается. У нас кто-то сетку спер одну. Так, кабан. Кабан бегает. Получается, мы вот тут тогда одну сетку разместим с вами. Так, кабан, подожди, не спеши. Сеть разместить. Есть. Да в смысле сломал? Его что, ранить что ли надо? А как... Подождите, кабан ломает. Или ему надо один раз шарахнуть? О, может раненые кабаны попадут в сеть? Давайте попробуем. Блин, охренеть. Но я так не играю. Вот. Эй, не убивай кабана. Ты не... Идиота кусок. Ну нахрена ты убил его? Вот кто тебя просил? Кто тебя просил убивать кабана? Да не... Ну ты дебил что ли, а? Ну нахрена ты убиваешь-то? Мне нужно свинью поймать. Блин, ты берешь... Давайте заберем нахрен. Так, собрать все. Как мне сетку? Взять сеть. Пойду-ка я подальше поставлю ее, блин, потому что этот дебил мне просто все портит. Так, стоп. Кабанчик. Ай, блин, да хорош меня бить. Во, блин, с одного удара. О, молоко зато я получил какой-то кабанья. Так. Ай, блин, тоже критический удар. Да что ты будешь делать? Как мне кабана-то этого гребаного поймать? И сеток ты не напасешься. Давай руби это дерево, дружище. Нужно собирать все. Нам придется сейчас на сетке очень до хрена, походу, потратить. Блин, и кабанов теперь нету ни хрена, ни одного причем. Потому что этот лучник решил, что очень круто будет вот так взять и просто передо мной всех кабанов. О! Так. Ставим сетку. Сколько у меня их осталось? Сеть одна всего лишь. Так, разместить. Размещаем. Во. Все. Так, новый уровень, очки. Так, давайте сразу тогда. Чем мы прокачаем? Чем еще? А, рубка. И дистанция. Ловушки уже все, у нас не хватает. Окей. Все, мы поймали кабана. Отлично. Пойман, свинья. Взять. Отлично, мы взяли свинью, и у нас остался еще один капканчик. Или сетка уже все у нас. Блин. Чертеж, кухни, всякой фигни. Так, у нас одна свинья есть, отлично. Все-таки мы разобрались. Как? Получать хрюшек. Надо их, значит, ранить, чтобы они сразу не долбили наши... вот эти сетки не ломали. Охренеть, просто мы три сетки с вами потеряли. И это очень хреновенько. Придется еще одну купить. Так, лучник, а ну-ка, вот даже не смей туда идти. Так, пшеницы, ну давайте продадим пшеницы. Так, ну я надеюсь, мне одной сетки хватит. Так, куда я пошел-то? Нет, не тут. Сеточку нам надо вот тут купить. Давайте мне сеть. Опа. А почему сеть 15 стала стоить? Чё за нахрен? Цены как-то меняются очень странно. Ну да ладно, хрен с ним. Меняются и меняются. Так, главное, чтоб... О! Как так? Кабанчик. Дай-ка я тебя долбану. Блин, критический удар. Ну нахрена ты критическим ударом? А, я знаю, что мне нужно сделать, чтобы критическим ударом не бить. Надо стрелы себе сделать. А стрелы у нас делаются вот тут вот. Забор, так, факел, костер, верстак, наковальня, печать, сундук. Во, стрелы. А сколько мы можем сделать? 12 стрел. Отлично. Стрелы мы сделали. Смотрим теперь. Ищем кабана. Кабанчик. О, мясо схватил. А где? А, о, кабан.
Так, стопы. Сейчас я тебя поймаю. Так, быстренько ставим сетку. Вот, так, с хрюшка. Так, разместить. Во. Кабанчик. Бульк. Да сдох, да что ты будешь делать-то? Какого хрена вы дохнете-то так быстро? Блин, надо еще сетку караулить, потому что кабан может сожрать. Точнее, сломать ее. Это пипец какой-то. Давайте поставим сеть куда-нибудь, блин, подальше. А то и лучник тут ходит. Так, мясо, 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 крысиное мясо, зашибись. Вот тут, кстати, много кабанов паслось, но теперь их что-то... Эй, паук, паук, пошел в задницу. Шелк, шелк, хорошо, шелк нам понадобится. И дерево нахрен убираем, потому что оно мешается. Все, ставлю сетку. Разместить. И теперь... Да что такое-то? Не, нифига не буду сетку ставить. Сейчас ночь. Ай, блин, кошка, кошка, кошка. Так, сетку почему не буду ставить? Потому что я сейчас иду ночевать. Ночью тут какая-то жесть творится, на меня все нападают. А за ночь кабан потом просто расхреначит все у меня. Так, все. Утро наступило, кабанчиков до хрена должно бегать. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Так, мяско взяли. И нам надо ранить кабанчика. Крыса пошла вон. Кабаны, где вы, блин, зараза, всем бегаете-то? Слушайте, ни одного кабана нет. Алло, и наверху кабанов нет. Чё за нафиг? Куда все кабаны делись? Прям как назло, блин, реально, смотрите, все кабаны пропали. Ни одного вообще не осталось. По крайней мере, я просто их не вижу. Либо лучник их всех расхреначил тут опять. И как мне без кабанов? Как мне хрюшку еще одну? Да. Просто зашибись. Ребята, у меня нет свиньи. Мне не хватает просто одной свиньи. Я не знаю, я, блин, купить-то ее не могу ни хрена. Ну вот, да иди отсюда, ва. Иди отсюда, не стреляй, не смей стрелять ни в каких кабанов тут больше. Тут и так их почти не появляется. Вот я бегаю туда-сюда, ни одного кабана нету. Вот где мне их найти? Просто нету никого. Хрюшки. Хрюшки, где вы? Рельсы надо построить. Нахрен мне эти рельсы строить, если я даже свинью не могу. О, кабан. Блин. Главное его ранить. Ранил? Кабан, я тебя ранил? Или нет? О, есть. Есть, есть, есть. Так, где там, где там, где там сетка? Разместить. Все. Есть, кабан попался. Все. Две хрюшки я взял. Ну разве это не самые жирные и сочные свиньи, что ты видел? Еще и не одна. Так, ну и куда мы пастбище-то хрюшек поставим? Наверное, вот сюда. Отлично. Свиное молоко. Добавьте загон. Если захочешь построить больше загонов, используй чертеж загоны. Да мне, в принципе, не особо-то нужно. Так, управление. О, мы теперь какашки можем добывать. Удобрения. Удобрения нам помогут что-то другое выращивать. Хорошо, давайте теперь новое задание посмотрим. Что там нам? Рельсы надо было сделать, да? Проложить рельсы. Шахтер хочет сделать вагонетку. Чтобы облегчить процесс, требуется вагонетка 1 и рельсы 12. Так, а как мне рельсы сделать? Давайте-ка сгоняем на верстак, посмотрим, можно ли на верстаке чего из этого сделать. Так, тут на... так, наковальня, печь, сундук, ловушка, железная кирка, железный меч, железная броня, баклер,
Бумеранг. Давайте, может, наковальню попробуем. И давайте рядом, ну прям поставим, прям рядом, а хрен ли нет. Где у нас там? Наковальня. Починить, разместить. Ну-ка, и что у нас? Наковальня, использовать. Железные брали. Нифига. Нифига, это нам не поможет. Ладненько, бежим. Значит, нам надо 12 рельс и вагонетку как-то замутить. Как ее замутить, пока не особо понятно. Но, думаю, так. Сейчас мы с этим разберемся. Так, сохранимся. Подлечимся. Так, что у нас тут? Тут у нас всякая фигня. Хлеб, еда и так далее. Возможно, вот тут что-то мы можем с вами... Вот, вагонетка. Что нам нужно? 3 железных слитка. Так, нет, сначала 12 рельсов. Нужно железные руды. У нас железная руда 7 из 11. А нам нужно 12. Значит, еще 5. 5 железной руды сейчас купим. Так, где у нас? Вот тут, по-моему. Во. Железная руда. Покупаем 5. Ай, какой продать? Где железная руда? Так, я только 4 могу купить, да? Тогда я тебе стоп. Что бы продать? Да, сейчас я что-нибудь продам. Так, во-первых, пшеницы можно продать, полтинничек сразу. Ягод можно продать, двадцаточку. Мясо можно продать, 40. Яблок можно продать, ну, я думаю, тоже 40. И у нас 881, нифига себе. Вот, теперь мы можем купить много. Так, железные руды нам нужно... Так, еще 4, сколько у нас получается? Железные руды 15, ну блин, много взяли. Много взяли, да? Так, и слиток. Железных слитков нам сколько надо? Ладно, давайте 5 возьмем. Забыл я уже, сколько чего надо. Быстро очень у меня память пропадает. Так, и смотрим. Так, вагонетку можем. Бах. Вагонетку сделали. Рельсы нам нужно... Блин. Только 2 можем. И получается еще 10 нам надо. Так, 10 железной руды. Без проблем вообще сейчас. Без проблем 10 железной руды купим. Опа. Купить. Железная руда. 10. Блин, дорого, 200 монет, охренеть. Очень дорого. Прям что-то обдирают меня тут совсем. Так, рельсы 10. Все, и получается. Так, кому мы идем? Так, ты что у нас хочешь? Хочешь посмотреть мир? Может, построим пристань? Так, я могу ее построить, но мне понадобится 500 монет, 20 дерева и 5 тканей и 5 сетей. Да ты охренела, что ли? Ладно. Ну, позже. Потому что что-то у тебя запросы пипец. Так, подруга. Я принес тебе вагонетку и рельсы. Отлично, самое время их установить. Ну и чё? Вагонетка и рельсы установлены. Путей пока мало, но ты можешь их расширять, чтобы снять и переместить. Рельсы используй лом. Да нахрен мне. Вагонетка это день. Так, мне кто-то из вас, ребята, сказал, что можно сундук забрать. Ну, как бы он не забирается тут. Тут нет кнопки забрать. Тут есть только открыть. И все. Так, ну что у нас по заданиям-то? Мы сегодня 2 задания выполнили. Конечно, со свиньями была жесть. Еще надо было допереть, что их надо немножечко подранить сначала. А потом только ловить. И что самое сложное, оказалось, что как только кабан появляется, я его только хочу ловить, появляется, блин, сбоку лучник, который говнюк мне всю малину портит, начинает отстреливать этих кабанов. Просто вообще офигенно. Так, это что такое лежит?
Стрела. Какого хрена под землей стрела делает? Кто-нибудь мне скажет или нет? Вообще непонятно. Так, собираем. Давайте немножечко вот тут почистим, чтобы красивенько у нас было. Ну что, мы сегодня сделали рельсы. И... Так, о, еще стрела. И сделали, получается, вагонетку, рельсы и хрюшек. То есть мы сегодня круто постарались. И на этом, ребят, на сегодня, я думаю, достаточно. Еще у нас впереди очень много всяких дел нужно сделать в нашей деревне. Но этим мы будем заниматься постепенно, потому что все сразу, если делать, наши видео очень долго будут длиться, затянутся. И не хотелось бы, чтобы вот так оно было. Так что будем постепенно все проходить, никуда не спешить, времени у нас абсолютно очень много, так что как-то вот так. На этом все, ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии, залетайте в наш Discord, ссылка на него в описании под видео. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.